Якутия присоединилась ко Всероссийскому дню ходьбы. Спортивный праздник проводится с 2014 года. В Якутии основная масса мероприятий состоялась на столичном стадионе Туймаада, рассказывает Саргалана Федорова. На праздник массового спорта в стадионе Туймаада собрались любители физкультуры от мала до велика. Участники стали прибывать еще за час до старта, чтобы успеть зарегистрироваться и пообщаться. Это уникальное мероприятие, в основе которого олимпийский принцип. Главное не победа, а участие. Хочется, чтобы увеличилось количество систематически занимающихся физкультурой и спортом. Но хотя бы 100, 200, 500 тысяч человек после этих мероприятий начнут систематически заниматься, оздоравливаться, заниматься двигательной активностью. Это будет наша победа. В этом году пеший маршрут пролегал не по улицам города, а по территории парка. Длина дистанции составила 3 километра. Как только я локоть сгибаю, нагрузка до корпуса не доходит. Только рука работает. Для гостей праздника профессиональные спортсмены провели показательные выступления по скандинавской и спортивной ходьбе. Участники заверяют, что благодаря таким массовым мероприятиям физкультура становится неотъемлемой частью их жизни. Вот ходьбой я занялась. Через месяц будет 2 года. Уровень сахара снизился, уровень холестерина снизился, перестали болеть суставы. После мастер-класса все присутствующие выстроились в колонну и прошли с торжественным маршем по парку. Почетное право стартовать первыми в массовом заходе скороходов было предоставлено работникам правительства Якутии. В колонне рука об руку шли представители всех поколений. Многие горожане присоединились к марафону и после старта. Осенняя утренняя прогулка послужила созданию положительных эмоций всех присутствующих. Чтобы дойти до цели, нужно прежде всего идти. Любой путь начинается с маленького шага. И, возможно, сегодня каждый участник сделал маленький шаг к здоровому будущему. Саргалана Федорова, Илья Жараев, НВК Саха, Якутск.